Бег, бег, бег. Везде и всегда. На работу, с работы. Деловые встречи, подружки, снова на работу. Постоянно надо бежать. Бежать, чтобы везде успеть. А еще обязательно успевать держать себя в хорошей форме. И снова бег. Теперь уже по беговой дорожке. То, что позволяет мне уйти от реальности и перенестись в любую точку мира, это тренажер с новейшими технологиями Cardio Elevation Life Fitness. Новая Зеландия? Легко. А может, знаменитый Центральный парк Нью-Йорка? Или пройдемся по горам Тибета? Причем не только на экране, но и в реальности, так как дорожка меняет угол наклона. И вот я уже на высоте 1000 метров над уровнем моря. Фантастика! Выбор любой локации, живой пейзаж, трехмерная графика. Все это не проблема для Cardio Elevation Life Fitness. Теперь, в реальном времени, я могу бежать вместе с людьми из любой точки мира. Далеко не везде есть это решительно новое слово в области кардио. В Москве я знаю только одно такое место – Крокус Фитнес. Можно легко выйти в интернет, послушать музыку, посмотреть любимый клип. И все это не уходя с дорожки. При этом все данные о вас выводятся на экран – пульс, количество километров, калорий. Я каждый раз жду следующей тренировки, чтобы вновь вместе с Cardio Elevation Life Fitness пройти новые пути. Ведь в жизни столько дорог, столько неизведанных тропинок. А если захочется создать свой личный маршрут, то это очень легко сделать. Его можно самостоятельно загрузить с помощью программы GPS-тренировка. Идти своим путем, бежать своей дорогой. Именно так всегда звучит кредо моей жизни. Как круто, что философию теперь можно ощутить физически.